какие-то пользы? Или просто удовлетворение, что не выиграли кого-то? Ну, удовлетворение это в первую очередь. Понятно. От того, что победила определенная команда. Символические призы могут быть? И будут, да, конечно, будут символические призы. 15 решили военные на военную символику, правильно? Да, на военную символику. Это в секрете, да. Призы раскрывать. Не это не только грамоты. Да, не только грамоты. Вот грамоты дают, и все, и если мотивация в виде не хватает. Нет, здесь у нас такой насыщенный сценарий, что они уйдут, я думаю, просто вот насытившись по полной программе. Мы в надежде, что в первую очередь люди будут отсюда с помощью программы. Это классный мастер. Именно по такому возрасту, то есть армия тоже большой возможность, как бы улучшить нашу физическую форму, именно наших призывников, правильно? И также это рассчитано на семьи. То есть вот именно. Да, можно совершенно прийти и полностью семьей поиграть. То есть вот рассчитывать на это, да, вопрос, чтобы приходить в семьи и чтобы. У нас нет ограничений. Ограничение единственное до 14 лет, потому что все-таки старый пол. Это, ну, они просто тяжелые эти вещи, поэтому как бы без всяких, может быть, там, 15-летний парень. И дело даже не только в тяжести, все равно в травматизме. 14 лет уже подростки более-менее соображают, допустим, когда придет ребенок 10 лет играть, но снимет маску и получит там эти шарики в лицо, как бы на огромной скорости, это не очень приятно, это, ну, может быть, может получить какую-то травму. Да? То есть все равно человек должен быть уже осознанным и в эту игру играть. Маленьким детям. Вы знаете, не стоит. Все супер, мне все понравилось. Я как бы первым, я как бы всех приглашаю посмотреть вашу группу, участвовать в игре, да. Ну, я считаю тоже, что и вы меня тоже как бы пригласите, может быть, я тоже сыграю какую-то роль, я думаю, не шутка. Чтобы люди подумали, а то подумают, что это шутка. На открытие мы вас приглашаем. Нет, то, что я вам сделал мы сыграли, это представление, это правда. Но когда мы это будем все кредиты держать, когда люди думают, когда нас сыграют. Приходят каждый день и ждут. Да. Самое главное, вы после этого прямо в гриме, прямо в одежде наведаетесь в бар. Да, и бар, когда приду к официальному, да. И парней у них, попрошу у них, чтобы они заняли допинг пол. Только я тоже проверю допинг пол тоже. Вот, так такой вопрос. Так что желаю вам успехов. Спасибо. Спасибо, Алексей. Спасибо, что пришли. Спасибо.